Многие из наших горожан являются владельцами автомобилей и автомобилистами. И многих из них не удовлетворяет положение пропускной способности наших дорог. Сегодня на программу мы выехали с двумя представителями. Один представитель ГИБДД. Представьтесь, пожалуйста. Госинспектор отделения дорожного надзора МО МВД России Пушкинская, майор полиции Афанасьев Иван Владимирович. И представитель городских властей. Представьте. Хачур Алексей Владимирович, начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации города Пушкин. Вот мы сейчас с вами находимся на улице Гоголя, да? Да. Едем вроде с небольшой скоростью. За нами уже, обратите внимание, образовался караван. Я бы эту улицу улицей не назвал. По-моему, это просто, это, как сказать, временная стоянка. Ну, безусловно. У нас на этой улице установлен знак «Остановка запрещена». Вот там, мы его проехали, его, да. Там. Видели, да. И все, вот то, что мы сейчас видим, все припаркованные слева транспортные средства стоят, получается, незаконно. А давайте порассуждаем, откуда эти люди вообще появились? Где вот они сейчас? Где владелец вот этого транспорта? Где он сейчас находится? Ну, по всей вероятности, в Москве на работе. То есть получается, что человек приезжает сюда, оставляет машину здесь, уезжает в Москву на весь день работать, а потом вечером на ней уезжает. Сколько по времени это транспортное средство примерно задействуется в день? Ну, в день, если с учетом того, что откуда ему доехать надо от дома, минут 10, 15, 20 максимум. Но это же неправильно. Неправильно. А какие есть методы решения? Ну, это строительство перехватывающих парковок в районе транспортных узлов. Я так думаю, что это только для Москвы эта проблема. Нет, это проблема и для области также. Это, если взять у нас конкретно вот улицу Гоголя и улицу Тургенева, то вот у нас наглядное как бы подтверждение того, что она необходима, эта перехватывающая парковка, и она необходима на этой стороне, центральной городу Пушкина. Проблемы с дорогами на самом деле существовали всегда, начиная со времен Древнего Рима. Например, до сих пор итальянцы зачастую пользуются теми дорогами, которые проложили их далекие предки. Наработки Древнего Рима были также использованы позднее в Византии. Например, в столице Византии Константинополе была центральная улица Месса, на которой вполне могли разъехаться несколько повозок по ширине улицы. И именно эта улица позволяла оперативно подвозить товары на центральную торговую площадь и, в принципе, решала проблему для византийской столицы. Вопрос перехватывающей парковки назревает давно, потому что помимо улицы Гоголя и улицы Тургенева у нас также постоянно заставлен Московский проспект от дома 2 в сторону центра, также заставлена улица Вокзальная от автостанции в сторону улицы Писаревская. Но в связи с тем, что там установлены знаки «Остановка запрещена, эвакуация», то есть как бы работает постоянный эвакуатор, транспортные средства ввозят на штрафстоянку. Вот мы сейчас стали на месте, где как раз знак об эвакуации. Еще раз расскажите, какая фирма занимается эвакуацией и почему так мало эвакуаторов? Это организация «Общество с ограниченной ответственностью Я называется. Вот. Почему мало эвакуаторов? Но эвакуаторов мало, потому что у них слишком большая территория обслуживания. Давайте сами закупим себе эвакуаторов и будем. Мы с удовольствием вопрос этот прорабатывали. Хотели как бы предложить Министерству транспорта, чтобы город осуществлял тоже. Но, к сожалению, по закону полномочия только у Московской области. То есть получается, Министерство транспорта. Мы в своем городе сами себе не хозяева. Ну, как сами себе? Ну, так и получается, что мы только со стороны кого-то можем пригласить. Я бы не сказал, что мы сами себе не хозяева. Здесь же есть у нас все-таки областные власти, правительство Московской области тоже руководит городом. Да, как и федеральные органы власти, вот в частности ГИБДД тоже. Так, ну и что, а в этом году будут какие-то перемены? Добавят они эвакуаторов нам или нет? Ну, тут сложно сказать, не скажу. А вы выходили сами к ним с таким? Естественно, мы выходили, мы предлагали свои, как бы, да, то есть свою фирму хотели предложить. Но
они на контакт в этом плане не пошли. Транспортная проблема в Лондоне особенно остро встала в 1985 году, когда Маргарет Тэтчер фактически упразднила полномочия мэра Лондона. Однако уже в 1997 году должность мэра была фактически восстановлена во всех своих полномочиях, а в 2000 году к власти в Лондоне приходит Кен Ливингстон. Именно ему принадлежат непопулярные реформы, которые, однако, позволили освободить центр Лондона от бесчисленных пробок, ибо там скорость потока редко составляла в те времена свыше 10 км в час. Для сравнения, сейчас скорость среднего потока в Москве составляет все-таки 15 км в час, то есть мы еще не дошли до этой точки, до которой дошел тогда Лондон. Что сделал Ливингстон? Ливингстон фактически закрыл въезд города для большинства машин. Сделал он это экономическими приемами, а именно ввел особую плату не только за парковку в центре города, это полумера, к которой английская столица прибегала и ранее, и эта мера реализуется сейчас в Москве, но также за каждый въезд любого автомобиля на территорию исторического центра Лондона стала взиматься плата. При этом, естественно, автомобили отслеживались устройствами видеослежения. Так эта система работает и до сих пор, и если и есть какие-то недовольные, тем не менее, никто не будет отрицать то, что исторический Лондон сейчас предстает во всем своем блеске. Но одним запретом дело не ограничилось. Дело все в том, что все-таки у господина Ливингстона была уже сформировавшаяся база общественного транспорта. И именно эту базу надо формировать прежде, чем вводить какие-то административные запреты. Вот мы сейчас рассуждаем о дорожном движении. И все, знаете, как-то у меня нет ощущения, что наступит улучшение. Такое хорошее, массивное, конкретное. Вот, ну, я, может быть, с обывательской точки зрения. Ну, вот, грубо говоря, если на этой дороге мало места, давайте ее расширять. Давайте уберем вот эти деревья, например. Вы или знаете, сократим тротуар. Вы знаете, в 2012 году эту дорогу расширили в части устройства вот парковочных карманов уже настолько, насколько можно. Мы выходили через интернет-портал на обсуждение с жителями. Сохранять деревья здесь или нет, да? То есть настолько, насколько возможно, дорогу мы уже расширили. Вот. Здесь у нас клёны посажены, любить мы их не будем. Вот. Потом, что тут еще можно сказать? В целом город у нас, ну, сколько им уже? Сложился уже давно, исторически, в таком виде, в котором есть, да? И расширить какие-либо дороги, ну, наверное, уже А какие методы тогда вообще улучшения дорожных? Давайте улучшение, не пускать кого-то. Да, ограничение вот, транзитного движения. Кстати, наверное, а транзитного тоже, много да. у нас движения здесь? Не хватает, конечно. Да, вы не можете подсказать примерно, ну, уже процентно? Точную цифру я не могу сказать, но в связи с проводимой реконструкцией Ярославского шоссе, также Дмитровского шоссе и с началом строительства СКАДа, транзитный поток увеличивается, и он проходит у нас через микрорайоны Звягино, Клязьма, то есть Звягино, Мамонтовка, через улицу Учинскую, весь вот этот транзитный транспорт Сметичинского района по пятницам, и, соответственно, ну, это дачники, а так рабочего, грузового транспорта очень много. В процентном отношении сколько у нас транзита, который уйдет после того, как войдут в строй те дороги? Процентов 40-50, может быть. То есть, грубо говоря, в половину у нас облегчится. Но я могу еще сказать, что в том году был проект, который проходил публичные слушания в Черкизово у нас, в администрации района. Это строительство, планируется строительство, опять же, Росавтодором, дороги от Осташковского шоссе через Черкизово на Новый Ярослав. То есть, как бы, этот, если она будет, конечно, это, если притворится это в жизнь, вот эта дорога, то, соответственно, и транзитный поток уйдет. Смысл не будет сюда ехать, он идет весь Ярославский шоссе. По поводу проектов. Есть сейчас у нас вообще какой-то проект в городе по улучшению дорожной ситуации? У нас есть такой, вот, скажем так, мониторинг ситуации. Его делали где-то около 3 лет назад. Вот. В принципе, есть, рекомендации есть. И
Рекомендации даны с учетом строительства объездной дороги по улице Лермонтова. Все-таки город Пушкино – это город со своей историей, со своими узкими улицами, правильно? Да. А были ли такие в России у нас или даже за границей примеры, когда можно такую конструктивную реконструкцию сделать? Реально это, как вы думаете, просто как человек, как специалист? Каким-то точечным таким вот нет. Адресом. Взять большой город, проект, да. И один наш город Пушкино перекроить заново, перестроить все дороги. Реально это вообще? Ну, я не думаю, честно говоря, потому что, как бы нам этого не хотелось, у нас не один город Пушкино, да, и все средства на него, естественно. Это же тоже ограничение федерального и областного бюджета. То есть мы такой же город, как все остальные в Московской области. Да, ситуация везде примерно одинаковая. Я часто слышу от своих друзей, знакомых, все, еще 2-3 года, и все, город встанет. Вот реально, может такая ситуация произойти? Что все встанет, и будут стоять люди по 3 часа на Московском проспекте, чтобы проехать ровно 2 километра. Может такое быть? С нашей автомобилизацией, конечно, это можно предположить, но если у нас реализуются, как я уже говорил ранее, проекты, точнее, ну, в первую очередь у нас отремонтируют Ярославское шоссе. Угу. Вот. Если реализуется проект объезда через Черкизово, ну, строительство дороги, которое планируют, если мне память не изменяет, то он к 2018 году. Вот. То тогда, соответственно, транспорт, который городу транзитно не нужен, он уйдет на эти трассы и будет двигаться там. Что касается решения транспортных проблем в больших городах, то эта проблема возникла уже давно. В начале 20 века Токио было полностью почти разрушено землетрясением. Это дало возможность властям заново подойти к планировке города. Позднее были пристроены также магистрали, проходящие над домами, и именно этими магистралями сейчас славится Токио. Магистрали связывают конечные точки города, оставляя таким образом центр свободным от транзитного транспорта. При этом количество транспорта на 1000 человек в Токио превышает количество транспорта на такое же количество человек в Москве. Однако Токио, тем не менее, не стоит в таких пробках, как наша столица. Вот это должно стать тротуаром, правильно? Да. Как бы в проекте организации дорожного движения от участков дороги у нас числится как тротуар, но в связи с тем, что на протяжении большого времени водители тут организовали парковку, соответственно, вот пришло в такое состояние, которое мы сейчас наблюдаем. Вы расскажите, где мы находимся с вами? Это улица Писаревский проезд, дом 5. Вот, значит, нами было выдано в конце 2013 года предписание в адрес, представление в адрес администрации города об обустройстве вот на данном участке, сколько, 100 метров тротуаров, в соответствии с требованием нормативных документов. А вот эти вот шины, это чья-то инициатива? Это вынужденные меры или что? Да, это, скорее всего, возможно, что и жители положили, да, чтобы ограничить парковку транспорта. Ну да, потому что пройти по этой стороне практически невозможно было. Машины ставились вплотную к заборчику, вот к этому. Вот здесь недалеко находится частная клиника. В прошлом году у нас был сюжет такой. Девушка беременная, молодая, приехала в клинику, оставила автомобиль, вышла, вернулась, а парковщик ее забрал на штрафную стоянку. У нее стресс, у нее нервы, ее жалко. Кто в этой ситуации виноват? Парковщики, потому что такие злые? Нет, парковщики не злые. Скорее всего, девушка, опять же, припарковала свое транспортное средство на тротуаре в нарушении правил. Ну а если негде было? И потом она беременна, давайте войдем в ее положение. Ну, в положении у нас есть водитель транспортного средства. Так. Вот. Но опять же, каждая организация, которая обустраивает, ну, строит свое место проведения работ, она возле соответствии со строительными правилами должна обустраивать, соответственно, позаботиться об устройстве парковочных мест. То есть в данной ситуации это они виноваты? Да, тут как бы не исключение, что и виноваты и
владельцы торговых площадей, которые находятся вот на перемычке между улицей Писаревский проезд и улицей Крылова, как бы построить построили, а о парковочных местах не позаботились. Наиболее жесткие меры были приняты в свое время и принимаются до сих пор в Сингапуре. Сингапур, как известно, это фактически город-государство, и поэтому те меры, которые принимаются там, возможно, не реализуемы в наших условиях. Там был введен специальный налог на право покупки автомобиля, причем введена также еще и квота. Человек, который желает в Сингапуре купить себе личный автомобиль, обязан зарегистрироваться через государственный сайт и на аукционе приобрести в среднем за 10-11 тысяч долларов право на покупку автомобиля. Таких лицензий в год выдается, опять же таки, не более 10 тысяч. И поэтому парк автомобильный Сингапура, он не пополняется так быстро, как бесконтрольно пополняется автомобильный парк, например, в России. С другой стороны, Сингапур изначально, когда строился, планировался уже с учетом того, что по нему будут ездить автомобили и в достаточно большом количестве. Сочетание таким образом изначальной городской планировки и строгих норм, которые регулируют приобретение автомобилей, позволяет Сингапуру сейчас избежать тех ужасных пробок, которые там неминуемо возникли бы, если бы этих двух законодательных мер не было принято. Несмотря на реально предпринимаемые усилия властей, проблема далека от разрешения. И как я ни пытался, оптимистической ноты в финале передачи мне вытянуть не удалось. Видимо, собеседники наши не стали врать и о положении вещей рассказали честно. В этом году нас ждут перемены в организационной структуре власти, и очень хочется надеяться, что и этот вопрос не оставят без внимания, сказал ведущий, со страхом поглядывая на грозные башни новостроек, готовые изрыгнуть на улицы города новые тысячи средств передвижения и парковки.